Привет! В этом видеоуроке я хотела бы вам показать, как сделать вот такую замечательную зайку. Я как бы ее делала очень легким способом. Мы в предыдущем уроке вязали с вами котенка Кузю. И вот такого же размера приблизительно получается этот зайка. Вот такой у него замечательный хвостик. Я его украсила небольшим снудиком вязаным, бантиком. В общем, я буду вязать сейчас бежевым цветом, поэтому вы берете для зайки цвет ниточки любой, можете взять небольшие остатки, то есть в принципе вот этого моточка будет достаточно мне для вязания. Также другого цвета взять моточек небольшой для украшения, то есть я буду вязать с красного цвета снудик. Дальше вам понадобится, допустим, либо кусочек ленточки, как я здесь делала бантик, либо какие-то другие украшения. У меня, например, не будет в этом зайке бантика. Я просто пришлю на пузико вот такого мишку небольшого. То есть у меня будет красный снудик, красный мишка и красный носик. Также этой ниточкой вы будете вышивать носик, который будете вязать снудик. Два глазика вам нужны, две бисеринки. И немножечко черного цвета, либо коричневого, которым будете пришивать глазки. И еще небольшой кусочек ниточки какого-то другого совсем цвета, то есть который вы не будете использовать для ротика и вот этой вот перепоночки носовой. То есть я возьму такой нежно-бежевенький или нежно-желтенький какой-то у меня такой цвет, небольшой кусочек ниточки совсем. Вам понадобятся также спицы, можете взять любого размера. Я взяла четверочку для снудика. Почему четверку? Потому что у меня ниточка будет не толстая. И я хочу, чтобы была крупная вязка. То есть, если вы хотите любой другой, вы можете брать, в принципе, любой размер спиц. Вам также понадобится два размера крючка. Почему два? Потому что ушки я вязала тоньше крючком, чем все остальное, то есть туловище, ножки, хвостик, потому что у нас ушки должны быть тоненькие, ну, как бы поэтому я вязала как можно тоньше крючком. И обычный крючок, который у вас будет под пряжу, которым будете вязать основную часть зайчика. Также понадобятся ножнички для обрезания кончика. В общем, мы начинаем. Берем ниточку основного цвета и крючочек, который потолще немножечко. Делаем кольцо амигуруми, закрепляем его и набираем в него 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Придерживаем крючок и стягиваем наше колечко. Теперь нам в каждый столбик без накида, в каждую петелечку, нужно сделать прибавку. Для этого мы провязываем 2 столбика без накида в каждую петлю. 1, 2, следующую, 3, 4, следующую, 5, 6, следующую, 7, 8, следующая, 9, 10. И последняя прибавочка 11 и 12. Теперь берем краешек, кончик нашей ниточки, и вот так вот делаем, как бы отмечаем начало ряда. То есть вы просто перекидываете вперед. Теперь нам нужно провязать 72 столбика без накида. Начинаете с первой петелечки считать столбики. 1, 2, 3, 4 и так далее. Просто в каждую петелечку делайте столбик без накида. Всего вам нужно сделать 72 столбика. Вот мы провязали с третьего, получается, уже по счету по восьмой ряд 72 столбика без накида. И вот у нас одна лапка готова. Сейчас вы отрезаете ниточку и как бы делаете соединительный столбик вот так вот. Следующую петелечку, соединительный столбик и вытягиваете хорошо, обрезаете ниточку небольшую, то есть просто у вас для того, чтобы закрепилась ниточка. Вяжете точно так же вторую лапку и мы с вами продолжаем.
Я провязала две лапки, и теперь, не отрезая лапку вторую, провязанную от ниточки, мы продолжаем. Находите второй столбик после соединительного, в него вводите крючок и делаете столбик без накида. И продолжаете по кругу, не захватывая вторую сторону, провязывать первую ножку, которую присоединили по кругу. Вот, продолжаете столбиками без накида провязывать вокруг. Это у нас, чтобы вы ориентировались, 9 ряд. То есть мы провязали с 3 по 8 72 столбика. И сейчас мы как бы продолжаем 9 ряд по кругу. Обвязали столбиками без накида. Теперь берем вот соединительный столбик у нас здесь. Провязываем и следующую петелечку по кругу снова провязываем столбиком. Как бы заканчиваем провязывать 9 ряд. Вот сейчас мы вторую ножку с вами обвязываем. Обязательно не захватывайте вторую стеночку для того, чтобы не завязать. У нас здесь должна быть дырочка в ножке для того, чтобы потом наполнитель туда набить. Да, кстати, я не сказала, я буду набивать ваткой. Вы хотите, набивайте различными там наполнителями для игрушек, синтепоном и так далее, в общем, каким вы хотите. Я, честно говоря, еще раз повторяюсь в каждом видео, у меня игрушки текстильные, поэтому у меня детки ими в принципе не будут играться, поэтому я набиваю их обычной ватой. Итак, вот мы провязали 9 ряд. Сейчас мы провязываем точно так же, продолжая по кругу, 10 ряд. То есть, как вы обратили внимание, у нас соединение было ножки первой со второй. Поэтому у нас ряд будет где-то вот здесь вот между ножками начинаться. То есть сейчас вот у нас начался 10 ряд, мы продолжаем его провязывать. Я провязала 10 ряд до конца. И сейчас нам нужно сделать 4 прибавки в 11 ряду. Для этого я вот в промеж ног, вот здесь вот, делаю прибавочку первую, то есть 2 столбика без накида. Затем провязываю несколько петелечек, несколько столбиков без накида в петелечке. И посерединке ножки своей с боковой стороны я снова сделаю вторую прибавку. Вот где-то приблизительно здесь я сделаю снова прибавочку. И продолжаю до следующей прибавки, третьей, до промежности, то есть провязывать столбики без накида. Вот у меня провязываются столбики. Здесь не обязательно, в принципе, считать равномерность. Главное, посчитайте, у вас должно быть, вот здесь я сделаю промеж ножек еще одну третью прибавочку. Главное, посчитайте, что у вас сейчас после прибавления должно быть приблизительно 28 петелек. От этого количества петелек я и буду вам рассказывать, что у меня будет получаться и сколько петелек вам нужно будет провязать. Вот снова делаем четвертую прибавочку посередине ножки и заканчиваем наш 11 ряд без прибавления дальше. То есть мы 4 прибавки в начале, в серединке, следующей промежности по бокам сделали прибавочки. Вот я довязала 11 ряд, и смотрите, что у нас получилось. У меня получилось в конце провязывания 11 ряда с прибавками 4 28 петелек. То есть если у вас получилось 27, то я вам советую где-то еще набрать одну лишнюю петелечку для того, чтобы вам потом при вывязывании шеи, головы было удобно высчитывать. Так, ну, я вам буду по-своему как бы высчитывать. То есть вы продолжаете сейчас вязать 6 рядов столбиками без накида, без изменения, то есть прибавления. Просто вот берете, допустим, какой-то кусочек ниточки. Можете такого же цвета, можете другого, небольшой совершенно кусочек ниточки. И отмечаете начало ряда. То есть вот здесь у вас будет начало ряда. И в следующую петелечку продолжаете вязать, то есть это у вас уже начался первый ряд столбиками без накида. Вы вяжете таким образом 6 рядов по кругу. У вас должно завершиться 6-й ряд провязанный где-то между передними вашими лапками.
довязали наших 6 рядочков. Теперь нам снова нужно сделать 4 убавочки. Как мы делали прибавление? Здесь помежу ножками, посередине ножек по боковым частям и здесь сзади. Теперь точно так же мы эти 4 должны убавить. Как мы делаем? За передние стеночки делаем полустолбик и заканчиваем столбик. Теперь столбики без накида продолжаем вот так вот до середины ножки провязывать. Провязываем, провязываем. Снова дошли до середины ножки. За передние стеночки берем, делаем полустолбик и столбик заканчиваем. Теперь снова продолжаем вот так вот провязывать столбики без накида до серединки помеж ножек сзади. Теперь снова за передние стеночки делаем полустолбик на 2 петельки и продолжаем провязывать. Это у нас была 3-я убавочка. И доходим, провязываем до середины ножки второй. Делаем убавление. Теперь за 2 полустолбика, вот так вот за 2 передние стеночки. Сделали убавочку. Можно убавочки делать классическим способом, но я, честно говоря, люблю этот более такой, как он называется, скрытый способ или тайный способ. В общем, честно говоря, не скажу вам точное название. Итак, мы сделали убавление. Теперь следующее убавление нам нужно делать следующим образом. Мы теперь будем чередовать 2 столбика без накида, убавочку. 2 столбика без накида, убавочка. 2 столбика без накида, убавочка. И так до конца ряда. Итак, делаем 2 столбика без накида, убавочка. За передние стеночки снова делаем столбик без накида. Теперь снова 1, 2, убавочка. За 2 передние стеночки. Теперь снова 1, 2 столбика, убавочка. 1, 2, убавочка. 1, 2, убавочка. Один, два и последняя убавочка. Итак, мы убавили в этом ряду 6 столбиков. Теперь в следующем ряду нам снова нужно убавить 6 столбиков. Каким образом мы будем это делать? Чередовать теперь будем столбик без накида, убавочка. То есть в предыдущем ряду мы вязали 2 столбика без накида убавления. Теперь будем вязать столбик без накида убавления, чередовать. И снова получится, что мы убавили 6 столбиков. 6 петелек, убавочка. Теперь снова столбик, убавочка. Столбик. Убавочка. Так до конца ряда вам нужно довязать столбик убавления. Столбик убавления. Как вы видите, в принципе ничего сложного. Очень начало подобно нашему коту Кузи. А продолжение уже немножечко, конечно же, меняется. И последнее убавление сделали. Теперь вытаскиваем немножечко петелечку, и нам нужно наполнить. Можете вытащить вот эту ниточку, которую мы отмечали, начало ряда. И теперь берем наполнитель. У меня это ваточка, у вас любой другой наполнитель. И начинаем мы проталкивать крючком с ножек. То есть набиваете ножки нижние, вот эти наши. А затем плавненько переходите к туловищу. Вот мы набили наши тельце, ножки. Посмотрите, уже вырисовывается нижняя часть нашего зайчика. И теперь мы сейчас с вами на этапе 20 ряда. Я вам советую снова взять вот эту коротенькую нашу ниточку и отметить начало ряда. Теперь
Наш 20 ряд нам нужно провязать столбиками без накида. Полностью все петельки. То есть сейчас у нас 12 столбиков. Мы провязываем в 20 ряду 12 столбиков без накида. 21 и 22 ряд также нам нужно провязать по 12 столбиков без накида. То есть сейчас от начала ряда, где мы с вами отметили, вам нужно провязать всего 36 столбиков без накида. Провязали наши 36 столбиков без накида и снова отмечаем начало ряда нашей ниточкой. Теперь нам в этом ряду нужно сделать 6 прибавок снова. Каким образом мы это сделаем? Мы будем чередовать столбик без накида, прибавка. То есть 2 столбика без накида в одну петлю. И снова делаем столбик без накида, в следующую петлю делаем прибавку. 2 столбика без накида. Снова столбик без накида, 2 столбика без накида. Столбик. 2 столбика. Столбик. 2 столбика. Снова последний столбик. И прибавка последняя. Итак, мы с вами провязали 23 ряд. 24 ряд мы снова сделаем прибавочки, но уже чередуя 2 столбика без накида, прибавка. То есть начинаем 1, 2, прибавка, 3, 4. Снова 1 столбик, 2 столбика, прибавка, 3, и сюда же 4. Один столбик, второй столбик, прибавка. Таким образом мы снова прибавим 6 столбиков в ряду. Последнюю прибавочку в ряду провязали. И теперь снова берем нашу ниточку, вытаскиваем снизу и снова ставим начало ряда. Сейчас таким образом без изменения прибавления и убавления нам нужно провязать столбиками без накида. С 25 по 31 ряд. То есть сейчас вяжете 7 рядов столбиков без накида. Это 168 столбиков. То есть отмечаете 1, 2, 3, 4, 5, 6 и так далее. Продолжаете в каждый столбик без накида провязывать столбик. То есть в каждую петлю столбик без накида. Продолжаете самостоятельно 168 столбиков. Провязав наши 7 рядочков, мы с вами продолжаем. Если у вас при ходе вязания пошло смещение, как бы вот у вас получается посерединке, если вы посмотрите, у вас вот эта ниточка не посерединке, а, допустим, смещена на одну или две петельки. У меня, например, смещена на одну петельку, поэтому я одну довяжу. Теперь нам нужно сделать убавление. Как мы будем их делать? Смотрите, сейчас мы будем провязывать 2 столбика без накида, то есть мы провязали сейчас 1 столбик смещения и 2 столбика без накида, затем убавление. То есть смотрите, 1, 2, теперь следующие 2 столбика провязываем вместе, делаем убавочку. Теперь снова 1 провязываем, 2 вместе провязываем столбики, убавочку. 1 провязываем, 2 вместе, убавочку. Один столбик, второй, провязываем вместе, убавочку. Хотите не тайными убавления делайте, но мне, честно говоря, так нравится. Я как бы не вижу убавлений по ходу вязания. Вот смотрите, все аккуратненько, гладенько, ровненько. Поэтому я буду делать вот таким образом, как и делала. И последнее убавление наше. Убавочка. Теперь я вам предлагаю набить голову наполнителем. Я буду, как всегда, своей ваткой наполнять.
Наполняете, проталкиваете в горлышко хорошо, чтобы у вас не была пустая голова. И наполняйте равномерно, чтобы у вас не было никаких как бы пустых частей, а другая часть переполнена шишкой. В общем, наполняйте равномерненько желательно. От этого будет зависеть, какая у вас будет красивая голова. Итак, вот мы немного наполнили. Наполняйте не совсем под верх, а так не совсем как бы грубо. Теперь, что мы делаем? Мы следующий ряд провяжем без изменений. То есть у нас сейчас получается 18 столбиков после убавления. Мы эти 18 столбиков провязываем без изменений. Один, второй. Ватка будет захватываться, не захватывайте ее, если вы ватой будете наполнять. Точно так же и остальные дополнители, которые будете использовать. Если у вас вылазит вот так вот, вы обратно просовываете его. Если будете использовать не вату, в принципе, не должно ничего у вас высовываться, вытягиваться. И так продолжаете провязывать наши 18 столбиков. Провязав ряд до конца, мы снова будем делать убавление. Будем чередовать сейчас столбик без накида, убавочка. Два столбика вместе провязываем. Теперь снова столбик без накида, убавочка. Столбик, убавочка. Столбик, убавочка. Ряд так до конца. Теперь у вас 12 петель по кругу. Вам нужно в следующем ряду сделать только убавочки. Итак, вот сразу убавочка, затем следующая убавочка. Теперь следующая убавочка. Следующая убавочка. Следующая убавочка, то есть 6 убавочек делаете по кругу. И соединительный делаете столбик, после чего вытягиваете ниточку, где-то оставляете сантиметров 12-15 и обрезаете. Вам осталось вовнутрь через оставшиеся отверстия крючком также наполнитель вот так вот сунуть. Если хотите, в принципе, перед рядом убавления можете засунуть. Ну, честно говоря, мне, в принципе, и так удобно. То есть сейчас донабиваете окончательно голову, а затем из оставшейся ниточки, которую вы обрезали, мы берем, заправляем в иголочку и вот это место просто стягиваем. То есть такими вот как бы наметочными стянуть. Это мы вытягиваем и наша голова с туловищем готовы. Теперь делаем хвостик. Кольцо амигуруми закрепляем. В кольцо набираем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Стягиваем наше колечко и в образовавшиеся петельки делаем прибавочку. Каждую петельку по прибавочке. Два столбика без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11 и сюда же 12. Провязав 12 столбиков, следующий ряд вяжем в каждую петельку столбик без накида. То есть 12 столбиков по кругу. Провязали 12 столбиков, а теперь делаем убавление. 2 столбика за переднюю стеночку провязываем вместе. Одно убавление, снова
один, второй столбик вместе, второе убавление вместе, третье убавление, четвертое, пятое и шестое. Теперь берем небольшой кусочек ватки или любого наполнителя и вовнутрь. Теперь делаем соединительный столбик или соединительную петелечку и обрезаем ниточку так, чтобы можно было пришить. Вот у нас получился вот такой замечательный кругленький хвостик. Отлаживаем его в сторону и приступаем. Берем снова нашу ниточку, приступаем к лапкам. Делаем кольцо амигуруми, закрепляем. У него делаем 5 столбиков уже без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Стягиваем наше колечко. И теперь делаем прибавки следующим образом. Чередуя столбик без накида, следующую прибавочку делаем. 1, 2. Теперь снова столбик без накида провязываем. Прибавочка. 1, следующую петелечку. 2. И пятую петелечку просто провязываем столбик без накида. У нас получилось 7 петелечек. Теперь третий ряд после прибавок мы провязываем до 6, то есть 4 ряда, без изменения. Просто по кругу каждую петельку столбик без накида. То есть 28 столбиков провязываем каждую петельку. Провязали наши 4 рядочка и теперь делаем соединительную петельку. Берем ножнички, обрезаем так, чтобы у нас была ниточка пришить лапку. Затягиваете лапку. Такие детальки нам нужно связать 2 штучки. Итак, лапки у нас провязаны, хвостик провязаны. Нам осталось связать ушки. Для ушек мы берем снова нашу ниточку. Но берем уже крючок, который тоньше. Делаем кольцо амигуруми и закрепляем его. В него делаем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4 и 5. Теперь стягиваем наше колечко. И теперь со второго, начиная ряда, по 13 мы вяжем в каждую петелечку столбик без накида. То есть мы сейчас вяжем эти 5 набранных петелечек по кругу. В каждую петелечку по столбику без накида. У вас постепенно будет закругляться. Будет не очень удобно, но вы постараетесь. У вас по кругу всегда должно быть 5 столбиков. Если у вас выгнулось, как у меня, возьмите либо с помощью ножничек, либо с помощью спицы. Ну, то есть, как вам будет удобно, просто выверните вот так вот на нашу начальную сторону. И вяжите по кругу наши 5 столбиков. Только обязательно крючочком потоньше, для того, чтобы ваши ушки не были у зайчика слишком такие толстые трубки, а были такие тоненькие, нежненькие ушки. Итак, продолжаете до 13 ряда вязать по кругу. Вот довязали мы 13 рядочков, делаем соединительный столбик или соединительную петельку и вытягиваем точно так же, чтобы пришить
ушко наше, мы оставляем ниточку нашу. И таких деталек нам тоже нужно сделать две штучки. У меня уже, в принципе, все готово. Только осталось вот здесь вот голову мою подкорректировать, пришить голове ушки, затем пришить лапки вот здесь вот и сзади пришить вот такой вот замечательный хвостик. Итак, я приступаю к сборке, пришиванию. Я вам советую тоже уже заканчивать ушко и все собираем. Вот я пришила все детальки, хвостик наш, ушки. В общем, ушки у нас в принципе загинаются в любую сторону, как вы видите. Можно их вот так сделать более, можно, в общем, как вы хотите. Теперь берем наши красные ниточки, либо какие у вас дополнительные ниточки. Набираете на спицах. Я набирала 10 петелек на вот этих 4, на четверочке, в общем, номер спицах. 10 петелек и провязывала резинкой 1 на 1 где-то 25 рядочков. Затем сшила, у меня получился, ну, вот такой вот снудик. То есть вот, вот такого плана. Я этот снудик вязать не буду. Я думаю, что резинку 1 на 1 вы справитесь. Если нет, то посмотрите в предыдущих моих уроках. В общем, я сделала вот этот снудик. Теперь его одеваете на голову. Вот так вот продеваете. Точнее, не на голову, на шею. Честно говоря, без снудика, мне кажется, он такой слишком с длинной шеей получается. Ну, в общем, в принципе, тоже неплохо, но как-то мне вот кажется, со снудиком он такой интересный. Шарфиком с этим. В общем. Итак, у меня вот он готов, этот снудик. И теперь я хочу вышить носик и пришить свою вот эту вот игрушечку, нишечку. У меня вот здесь вот будет пришита игрушечка. Вот так вот. Или может ближе к ручке, как бы типа он держит. В общем, я сейчас посмотрю. И после того, как я пришью игрушечку, или можно сразу, в принципе, я вышью носик. Каким образом? Смотрите, вот так вот поставьте пальчик, где вы считаете, чтобы нужно у вас носик было вышивать. И начинаете такими небрежными стежками, я бы сказала, такими толстыми, начинаете гладью вышивать носик. Приблизительно отметьте, где бы вы хотели, чтобы он находился. А затем продолжаете такими крупными-крупными стежками отмечать, где у вас носик будет. А затем, когда уже отметите, где у вас носик, то начинаете такими вот стежками нашивать это место. В общем, я вот отметила, где у меня носик. И теперь я лишь буду такой вот гладью нашивать себе носик. После того, как я вышью и пришью мишку, я вам покажу, что будем делать дальше. Вот, я вышила носик, затем снудик, пришила, вот как я вам говорила, мишку своего, игрушечку. Если хотите, можете сделать бантик из ленточки. В общем, украшайте на свой вкус и на свое усмотрение. Теперь берете, вдеваете ниточку, вот эта, которая третьего цвета, и сейчас мы вышиваем ротик и вот носик, где наша перепоночка. Здесь вот так вот хорошо-хорошо прячете ниточку, чтобы ее не видно было, узелочек. Вот, можете где-то здесь посерединке, то есть можете спрятать ее, хорошо затянув вот так вот. Теперь вышиваете перепоночку, где у нас место носика. Я ее обычно вышиваю швом вперед иголкой. Вот так вот делаю два. Теперь посерединке один. И вот. Сейчас я вам покажу, что у меня получится в итоге. Если у вас не видно, у меня вот, например, на бежевом светло-бежевый плохо видно.
Делайте еще буквально на тех же самых стежках, еще по разику как бы вышиваете. Вот. У меня уже более заметно становится. Подтягиваете ниточки, чтобы у вас ничего не торчало. Вот. Я еще раз пройдусь по своим швам, чтобы было видно хорошо. Вот. И еще раз пройдусь по улыбке. Вот. Вывожу вообще где-то в нейтральном месте, закрепляю. Вот. И обрезаю плотненько ниточку. Теперь поправляю свою голову для того, чтобы она была более круглая. И вам, возможно, не очень видно, но у меня здесь перепоночка идет, улыбочка. Вот. Итак, в общем, вышиваете на свой вкус улыбочку и затем вдеваете черную ниточку в иголочку. И будем пришивать глазки. Делаем узелочек, еле заметный. Закрепляем его, я обычно под носиком где-то креплю. Под носиком не видно, там очень много стежков, поэтому его легко там спрятать. Вот. Как вы видите, ничего не видно. Теперь берем нашу бисеринку и пришиваем. Несколько стежочков делаете, пришиваете глазки там, где вы хотите. Хотите, можете близко расположенные глазки сделать, хотите подальше. Ну, то есть, пришиваете на свой вкус, на свое усмотрение. Буквально несколько стежочков, затем берете второй глазик и тоже пришиваете, как вам нравится, как вам подходит. Я делаю буквально несколько стежочков. И вот вам сейчас покажу, что у меня в итоге получается. Вот такой забавный зайчик. Как вы видите, у меня получился. Вот. Глазки я пришиваю не далеко друг от друга. И они расположены так вот слегка, в общем, кривенько. Я не пришиваю их ровно, идеально. В общем, ниточку закрепляете. Здесь у вас все готово. Еще раз повторюсь, украшаете на свое усмотрение. Можете не делать снудика. То есть у вас получается зайчик, как вы видите, с длинной шейкой. Я, например, люблю, чтобы вот здесь что-то было на шейке. Хотите, сделайте просто полосочку и завяжите шарфик, как вот раньше были шарфы. Можете бахрому сделать, в общем. Хотите, сделайте шапку ему, то есть для ушей дырочки оставьте. Здесь можете шапку какую угодно, можете шляпку. В общем, кто хочет на День Святого Валентина сделать вот такой замечательный маленький подарочек вместо Валентиночки, просто прикрепляйте красное сердечко сюда, то есть вместо мишки красное сердечко. Хотите, можете сделать вот здесь вот на макушке, прикрепить какой-нибудь шнурочек. И будет уже как подвеска для ключей, для рюкзака, для детского. В общем, на свое усмотрение делаете. Все зависит от пряжи, которой вы будете делать. Также размера крючка. Чем толще пряжи вы возьмете, чем толще крючок вы возьмете, тем более внушительных размеров будет вот этот зайчик. Так как я вязала крючком двоечкой, и пряжа у меня была Lana Alize Lana Gold Fine, то он у меня получился сантиметров 10 сама игрушка и плюс где-то сантиметров 5 ушки. То есть сантиметров 15 он у меня получился. Если же, еще раз повторюсь, будете использовать более толстую пряжу, более толстый крючок, то получится более большая, так, больших размеров. В общем, если вам понравился мой видеоурок, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ровных петелек вам. Пока-пока!